4 октября в нашем городе завершился финальный этап областного чемпионата по мотокроссу. Он был посвящен памяти ангарского тренера Анатолия Донова. На трассе в пойме Китоя выступали 60 гонщиков из разных городов Приангарья. По итогам состязаний третье место заняли спортсмены из Черемхова, второе у гонщиков из Иркутска, и главный приз по праву достался ангарчанам. Победителям вручили памятные кубки и медали.